Джунгарский хомячок, известный также как сибирский или просто джунгарик, один из представителей рода семейства хомяковых. Джунгарские хомяки, белые зимние карликовые хомяки, получили свое название, потому что в зимний период в дикой природе им приходится менять свою шерсть на белую. Такая окраска помогает маскироваться от хищников. Джунгарики имеют одинаковое число хромосом и вырастают одинаковых размеров с хомячком Кэмпбелла. В среднем от 7 до 10 см в длину и весом от 35 до 65 грамм. По сравнению с другими породами, они имеют более округлую форму тела, а их лапы покрыты мехом. Джунгарские или сибирские хомячки довольно спокойные, они легко приручаются и становятся отличными питомцами для самых разных владельцев. Джунгарские хомячки очень социальные животные, лучше содержать их с парой или группой с четным числом. Задавайте свои вопросы в комментариях и до скорой встречи на канале Хвост Ньюс. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.